Здравствуйте всем. Меня зовут Ковалева Галина Гавриловна. Мне 56 лет. Я живу в Ленинградской области, город Гатчина. По образованию я экономист, но сейчас работаю не в сфере экономики. Есть немного свободного времени, так как внуки и дети приезжают только на выходные. Но не из-за желания занять свободное время я начала искать дополнительный заработок в интернете, потому что есть несколько кредитов, которые хотелось бы побыстрее закрыть. Не скрою, что были попытки вхождения в другие виды бизнеса, которые не увенчались успехом. А на первый вебинар по банкротству я попала не к коллегу Селифанову, к другому человеку. Потом увидела, что предложений несколько, и я стала выбирать, и выбрала, вот сознательно выбрала курс Олега Селифанова. Не пожалела об этом. Цена умеренная за курс. Гарантия возврата денег, если через год не будет результатов от пройденного обучения. И возможность заниматься по своему расписанию. Пусть немного медленнее, чем остальные, но вот в своем личном темпе. Так как уроки я изучала быстрее, чем отправляла домашние задания. Можно сказать, уроки изучила все сразу. А с домашними заданиями приходилось бороться с компьютерной малограмотностью. До последнего пыталась разобраться сама и только в крайнем случае связывалась со своим куратором, которая безотказно выходила со мной на связь то ли по скайпу, то ли ВКонтакте, либо на почту. Поэтому хочу сказать курсантам, нынешним и будущим, чтобы не стеснялись задавать вопросы, если что-то не получается. У меня вот отзывчивый и знающий куратор. Так вот, я отправила всего 2 домашних задания, ну и уже почувствовала, что готова участвовать в торгах. Составить заявку на участие в торгах, вот по имеющемуся на курсе шаблону, в общем-то, не представляло труда даже для меня. Результат показал, что все было сделано правильно с первого раза. Одна особенность. Физические лица, если не имеют реквизитов своего карточного счета, заранее должны побеспокоиться, чтобы их взять в банке, где указан курс-счет банка, БИК, расчетный счет и так далее. То есть это обязательно пригодится. Прежде чем участвовать в каких-либо торгах, я смотрела несколько лотов, то есть выезжала на просмотр лотов, но до заявки не доходила по разным причинам. Вот. А свой первый лот взяла, можно сказать, не глядя. Продавались кассеты для перевозки элементов домов в городе Волхов Ленинградской области. Это приблизительно в 195 километрах от моего города. Организатор торгов дал мне телефон человека, который находился на месте. Он мне рассказал, что эти кассеты из себя представляют, сколько они весят. Ну и я поняла, что даже сдав их просто в металлолом, можно получить прибыль. На последнем этапе цена составляла 18 тысяч рублей. И я подала заявку с предложением цены 20 101 рубль 10 копеек для верности. Очень обрадовалась, увидев себя победителем по данному лоту. Ну, во-первых, первые лоты и первый успех. Это было очень приятно. Было 4 претендента, и моя цена оказалась всего на 101 рубль 10 копеек выше, чем у ближайшего конкурента. После того, как я победила на торгах, заключила договор купли-продажи, я съездила, посмотрела на эти кассеты, чтобы оценить обстановку. Подала объявление на Авито, но никто не откликнулся. И я параллельно искала, где их можно выгодно сдать металлолом. В самом Волхове цена на металл была на 3000 рублей меньше за тонну, чем в Санкт-Петербурге. Ну и, соответственно, вот оценив, где выгоднее, нашла фирму, которая взяла на себя и погрузку, и доставку до своей площадки. И весь этот процесс вместе с ожиданием откликов с Авито с момента торгов до реализации занял приблизительно месяц. Всего эти кассеты за вычетом транспортных расходов принесли мне 58 660 рублей 81 копейку, приобретя их за 20 101 рубль 10 копеек. Хочу поблагодарить Академию торгов по банкротству, лично Олега, за то, что есть такой подробный курс, который лично мне позволил, даже изучая его заочно, так как я, в общем-то, не была ни на одном семинаре, которые проходили по понедельникам, а мой рабочий график заключается в том, что именно в понедельник я прихожу с работы очень поздно и не попадала ни на один семинар. Но даже при таком графике очень подробный курс позволил мне победить на торгах. Спасибо всем, кто меня слушал.